Радостное известие пришло из Экибастуза. Местная жительница победила пневмонию, несмотря на то, что более 70% легких были поражены. День исцеления женщина теперь считает своим вторым днем рождения. За это она благодарит врачей, которые, по ее словам, приложили все усилия, чтобы поставить ее на ноги, невзирая на усталость и нагрузку. Сегодня я выписалась, приехала домой. И я думаю, период восстановления пройдет хорошо. Спасибо докторам. Всем медицинским работникам, медсестрам, санитаркам, тем, кто подавал кислород, всем большое-большое спасибо за спасенную жизнь. Алмагуль Кусаинова – врач-педиатр с многолетним стажем. Однако 7 июля ей пришлось сменить роль и самой оказаться под наблюдением медиков. Диагноз – пневмония тяжелой формы. Степень поражения легких – 72%. В Павлодарском триаж-центре она пробыла 17 дней. Побыв в стационаре, побыв в такой роли, я посмотрела и поняла, насколько тяжел их труд, и насколько они отдают свою душу, сердце каждому пациенту. Давайте будем беречь себя. Давайте будем беречь медицинских работников, семью, страну для того, чтобы остановить эту болезнь.